Лауреат в номинации «Здравоохранение», главный врач первой детской городской больницы. Удивилась, когда администрация Октябрьского района предложила поучаствовать в конкурсе «Женщина года». Никаких особенных секретов у Ольги Галаховой нет. Говорит, нужно просто быть собой. Надо, наверное, просто жить, работать и как бы быть честным перед самим собой. Честно выполнять то, что тебе поручено, то честно жить, заниматься, наверное, своей семьей, своими детьми и совмещать это все с работой. Конкурс «Женщина года» проходит в Самаре уже четвертый раз. Номинаций всегда много, как много и достойных кандидатур. Женщин, которые умеют быть умными, красивыми и талантливыми 24 часа в сутки. Они очень скромные и никогда, так скажем, не выпячиваются. И своим скромным трудом ежедневным они приносят пользу своим организациям, своим предприятиям, а в целом, получается, району, городу и нашей области. Женщина-врач, женщина-депутат, женщина-руководитель в современном обществе «Прекрасный пол» ничуть не уступает сильному, покоряя все новые и новые высоты. Она не должна сидеть дома и там стоять у плиты. А вот разностороннее ее развитие. Чему способствует вот то, что мы сегодня видим, результаты этого конкурса? Женщина самореализуется. Дипломы, памятные подарки и, конечно, звание «Женщина года» получили десятки достойных женщин Самары. Конкурс продолжается, и возможность стать лауреатом есть у многих. Он проводится по направлениям здравоохранения, образования, культура, общественная деятельность и многим другим. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.